В Брянске открылась выставка греческого фотохудожника Костаса Асимиса. В праздник Свенской иконы Божьей Матери в художественном музее начала работу экспозиция, посвященная 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского и году истории Россия-Греция. Фото Костаса Асимиса видела вся Европа. А вот Кремли и крепости России брянцам посчастливилось увидеть первыми. 70 работ, созданных во время творческих поездок, на протяжении около 5 лет фотохудожник представил в художественном музее. Показать Европе русскую историю в планах у Костаса, о чем он и сказал в эфире «Союза». Это наша история, и мы должны ее мешать, и поднимать, и показывать. У нас есть корни глубже, чем у европейцев. Мы не должны молчать. Хотя бы каким-то образом, чем-то показывать, что мы здесь и у нас есть история. Все места, которые здесь запечатлены, это определенные места силы. Это то, что притягивает, это магниты, которые ты просто вот душой стремишься. Вот смотришь на картину, хочется вмиг туда оказаться на этом же месте, побывать, посмотреть эти красоты. Очень красиво. За неделю работы выставки ее посетили уже более 1200 человек. Выставка будет работать по 20 сентября 2021 года. Вход свободный. Екатерина Пенько, Александра Савельева. События.